Всем огромный привет! В этом видео мы будем с вами жарить картошку в мультиварке. Значит, я уже положил картошки, вот ее немножко помыл. Хотел еще раз показать, смотрите, какую картошку вообще. Замечательная, импортная, прям в такой ранней весной. Такую хорошую картошку и такую дешевую я, ну, не помню, когда я видел вообще. Всего там 36 рублей килограмм. Значит, купил, да. Ну что ж, мы намыли. Сейчас я ее почищу. И будем ее резать теркой такой, которая у меня есть, на прямоугольные кусочки. Если ее нет, можно ножом резать или еще как угодно. Мультиварка уже стоит, ждет. Ну все, я начинаю чистить. Так, намыли. Не знаю, как удастся мне ее. Ну, буду вот так. Такая большая у меня не прорежется просто. Или разрезать ее на две части. Давай так. Так получается. Так, ну собственно вот, что у нас получилось, картошечка. Налили уже масло. Засыпаем. И ставим жарку. Время я не знаю сколько, но примерно около 40 минут. Когда уже подпрожарится, вторая закладка, можно будет заложить лук, какие-то специи. Ну пока ждем, можно даже закрыть. Хотя я жарю с открытой, ну пока набирает температуру, можно открыть. Итак, наша картошка дошла до полуготовности. Я обычно добавляю еще всегда всякие полезные масла. Вот у меня льняное я немножко добавляю. Так. И добавляю горчичное. Для лучшего вкуса. Также засыпаем лук. Можем посолить приблизительно. И я часто кладу такую приправу. Она практически без всякой химии. То есть тут перец красный, сладкий, черный, там майоран, тмин, туда-сюда. В общем-то, ничего вредного нету. Придает золотистый цвет, там и всякие травки. Оп, все. Перемешиваем и готовим дальше. Так, ну все у нас готово. Получилось реально 25 минут готовки. Давайте заглянем. Вот такая вот тема. Парено-жареная картошка. Ну, давайте попробуем, что у нас вышло. Так. Будем пробовать. Водички налить-ка. Ну, каких собак? Что ты такое рассказываешь? Так, попробуем. Что же у нас? Что мы наготовили? Так. Мне нравится. Жарено-пареное.
Я, кстати, клал чеснок, если тебе попадется. Мне уже попался. Целиковый. Запах. А, ну запах-то это да. Я чисто для себя положил. Я люблю жареный чеснок. Ну, он, конечно же, не попадет. Безусловно. Ну, вот такой у нас ужин, такая картошка. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жарьте картошечку, как я. Если вам стало интересно. Всем пока.